Здравствуйте! Пати-сервис Маба приветствует вас! Сегодня мы будем готовить с вами сметанник. В состав теста входит мука, какао, сметана, сахар, орехи, немного соды и яйца. Для приготовления крема нам потребуется сметана, сахар и миксер. Для того, чтобы испечь нам эти коржи, нам понадобится форма, у которой разнимаются края. Смешиваем все ингредиенты, предназначенные для теста. Добавляем сахар, сметану и перемешиваем. Теперь идут яйца. Тщательно перемешиваем. Добавляем муку, смешанную с содой. Не дожидаясь того, пока мука растворится в нашей массе, подсыпаем какао. Масса должна быть однородной и похожая на густую сметану. Последний шаг. Добавляем орехи, перемешиваем и делим тесто на три части. 1/3 нашего теста мы отправляем в форму для выпечки и затем в духовку. Распределяем тесто по форме. Выпекаем оставшиеся два коржа так же, как мы выпекаем первый. Пока пекутся наши коржи, нам нужно подготовить крем. Для этого мы смешиваем сметану с сахаром и взбиваем ее в миксер. Крем нужно взбивать до тех пор, пока он не увеличится в объеме в два раза. На 2 часа ставим крем в холодильник. Затем мы можем им мазать коржи. Смазываем коржи сметанным кремом. Равномерно его распределяем по поверхности. Для украшения я использую безе в виде цветочка, орешки и стружку из шоколада. Выкладываем сначала цветочки. Затем орешки. И в самом конце присыпаем все тертым шоколадом. Наш торт сметанник готов. Я вам желаю приятного аппетита. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 4 яйца, 250 мл сметаны 10% жирности, 250 мл сметаны 20% жирности, 250 г сахара, 300 г муки, пол чайной ложечки соды пищевой, 4 столовые ложки какао-порошка, 250 грамм грецких орехов очищенных. Для крема 400 мл сметаны 20% жирности и 100 грамм сахара.